Во всех школах страны на этой неделе прозвенел первый звонок, в том числе и в учреждениях с особой миссией. Название «Мехрли Мактаб» за последние пару лет стало синонимом надежды для тех ребят, которые находятся на длительном лечении и не имеют возможности посещать образовательные учреждения. Напомню, что первая школа открылась в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии. А сегодня об эффективности подхода готовы рассказать и филиалы в регионах. В логотипе школы рядом с названием символично стоит запятая. Здесь не любят точек и всегда готовы продолжать схватку с диагнозом. Особый акцент в программах госпитальной педагогики сделан на творчестве. И многие ученики раскрывают в себе невероятные таланты. Среди них Самира Идрисова, которая создает удивительные картины, а в будущем мечтает стать дизайнером. О том, с каким настроением начинается новый учебный год, ученица Мехрли Мактаб рассказала и нашей съемочной команде. Это цветок. Учитель, он так вкусно пахнет. Семерочка, а как ты считаешь, в чем смысл человеческой жизни? Выполнить какую-то миссию. Гузалики Аратшедер, Киема. Хочется меньше слов, когда вот такие истории, которые в самое сердце. Пусть говорят сами моменты. А ты что ревешь, так ты что плачешь? А счастье? Ну, я сейчас тоже расплачусь. В день, когда звенел первый звонок, Самира пришла и в свою прежнюю школу. По традиции, трель здесь звучит ранним утром. Да и соскучилась очень. Привет! Хорошо, ты как? Мама, клянься зам. Мама, идемте. Мы очень рады, что ты сегодня посетила нас и села за свою любимую первую парту. А вот мы надеемся, что вскоре мы обязательно все вместе увидимся. А вот и на последний звонок мы будем тоже все вместе. Спасибо, мой золотой. Улыбаешься, главное улыбается, правильно? А дальше снова школа с особым именем Мехрли. И она уже больше дом, куда спешишь, чтобы стать еще сильнее. И ты веришь, нет, ты знаешь, что все получится, что все будет хорошо. Самое-самое у учителей это то, что каждому ребенку они индивидуально подходят. Дети мне даже с утра не бегут и говорят, а школа открыта? В этом измерении доброты мы как раз застали последние штрихи подготовки к первому звонку. Занятия, все мероприятия здесь начинаются чуть позже, чтобы детки как следует выспались. Привет. Ой. Хам идет, хам мехр. По мактапта. Хам идет, хам мехр. Хам мас бергалихта. Машина кишинкере, хумак шубол. Ооо. Сағат жүрәлі чехрада чүрәдім, құны емшісін дәрізі. Сізім жүрәлі чехра, жүрәлі қалп. Рахмет. Здесь все строго по графику. Прием лекарств, все необходимые процедуры. Только делается это без лишней суеты. Спокойно своим чередом. А вот позитив, желание скорее поправиться, настолько сильные, что даже вот так вот блистают на импровизированной сцене. Здесь никогда не скажут «нет, тебе нельзя». Наоборот, умница, конечно. Мехрли Мактаб – заботливая школа. Первый опыт госпитальной педагогики в стране, дающий возможности получать лечение и продолжать учебу. Поначалу открытая на базе Центра детской онкологии, гематологии, клинической иммунологии в Ташкенте при поддержке фонда «Замин». Сегодня она уже имеет 8 филиалов в регионах. Сотрудничает с партнерами. Госпитальная педагогика – это гораздо больше, чем процедуры и увлекательные занятия. Это уход от шаблонов. Это надежда, преодоление страха. И главное – концентрация не на болезни, а на желании жить. В нашей экосистеме детской больницы и госпитальной школы самая главная фигура – это сам человек. Врач, педагог, психолог, социальный работник, который тонко чувствует свою миссию. Все подстраивается под режим учеников, их состояние, настроение. А уроки гораздо короче, чем в обычных школах. Он там она пахтазар, сал там она бухдайзар, тахларе бар, бахларе бар, ортасида хума хуш.
Мустақыл юрт деп атар ер езінің харияғы. Бізге жүді мұта бар Өзбекстан байрағы. Good, good. Yeah. Тем временем новая осень, как новая жизнь, где не бывает ничего невозможного, когда очень хочешь, веришь и ждешь. Голубого цвета что у нас есть? Вода. Вода. Небо. Небо. А желтого цвета что у нас? Банана. Нашите лучше. Пошли на какие лебланы, что Йорит Шларин, Бошка Боллерги, Кучкуват Верады, да? Бошка Боллерги, мотивация Верады, Духа Глеса, Савайпки, да? Да, 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 Соединение. Привет. Как дела? Хорошо, ты как? Хорошо. Хорошо. Халиса Алимбек, я шумсыз. Пакет Зормов. Рахмат. Лека мактап соғынды. Біз ямсызы соғындык. Расым чыз тұрпсыз ма? Михаил мактапты хамма манымчы... Расым чесады янгу кезады. Хамы, йотко. Валикума салам. Савыген, ойынге салам деген, яқшы юрген, өзіңе қытеуат деген. Бізден ислап тұр Самиран айнықса. Хар дойын бізден иске олады. Кім кесі, нұма бұсы, бірінші сан айтады. Йоға, шықма десін, ой. Картиналан көршіміз керек. Мы же сегодня увидим, да? Иса еді, точно. Или оп кетіп қалышкен мен чет елге ұланым? Да, выйти по ходу тоже. Шарик какой. Тохала, сахала. Юрада, дунья кезы. Картины Самиру пишут с детства. А здесь прямо-таки раскрылся талант. И очень символично на юную художницу смотрят репродукции картин великих мастеров кисти, чьи оригиналы сегодня на уникальных экспозициях может видеть весь мир. Это моя студия, Сайдафон. Здесь я работаю с детьми. Ой, кто у вас там? Это мой малыш. Ассаламу алейкум. Это все дети Михаил Мактап. Я делала у себя в студии благотворительную выставку. А вот скажите, разве они не профессионалы? Хотя это дети не закончили художественный вуз. И здесь есть Самирины работы. Подали заявку на международный конкурс «Атлантов Арт ЮНЕСКО». И в этом году у них была тема сохранности древних памятников, вот такой альбом выпускают финалистов, и все дети, которые вошли в этот альбом, они являются полуфиналистами. Вот посмотрите, какие замечательные. Вот тоже мой ученик. Альбатта худо холеса Самираны ищем. Айна шунака альбом гекелад. Мантор сенцам муштумлар шептрупман. Нума дейді, омадымыз бізге хамеша яр босым. Творсыны инсан біласыз ма? Мануладан ургенама көпіран арсаны. Это наш Микки! И почему Микки? Ой, сразу здесь все говорят, Микки Маус. Нет, это не Микки Маус. Представьте, вы у кого в доме сейчас? Вы в доме художник. Микеланджело. А это Самирин Симба. Они очень похожи. Самая большая мечта твоя какая? Выстрелить. А после нее это Дохоласа уже скоро будет. После нее? Да. Выстрелить восточку. Путешествовать. А кем будешь? Решила уже? Ну, или как дизайнер. Я люблю очень сильно животных. Хочу в дальнейшем открыть для них приюты. И они все ближе. Новые сюжеты судьбы. Где Самира уже профессиональный дизайнер, знаток китайского языка, автор благотворительных проектов. В общем, не перечесть всех планов. Разных и ярких, как живые краски осени.